Бізнес питає, Shell відповідає. Приватні інвестори запланували побудувати у Слов'янському районі гірськолижний спуск, аквапарк та розвинену інфраструктуру. Інформація про пошуки газу схвилювала бізнесменів. Аби розставити крапки над «і», в райдержадміністрації організували круглий стіл. Я хочу сказати, що ці проблеми безпокоять не тільки наших громадян, вони безпокоять і власть. Це і річ йде про добичі вуглеводороду нетрадиційним методом. Действительно ли это так опасно для жителей, для экологии, ну и для них, как для инвесторов. Поэтому я пригласил представителей компании Shell, для того, чтобы мы могли позадавать друг другу вопросы, ответить на эти вопросы, понять проблематику, есть она действительно, нет ее, если есть, то в каком объеме, как ее решать. Компания «Светогорскстройинвест» в ближайшее время начинает проектирование большого спортивно-рекреационного комплекса, который, как сказал Петр Иванович, будет расположен на территории Долинской сельской рады. Основной изюминкой этого комплекса будет крытый горнолыжный спуск, который на данный момент не имеет аналогов в Украине. Будут задействованы частные инвестиции в размере 73 миллионов долларов. Будет создано дополнительно 150 рабочих мест, що немаловажно. Газовидобувну компанію представив менеджер Олексій Татаренко. Раніше він працював радником міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Речник Shell одразу зазначив, Україна має потенціал розробки газу. Разом з тим, відповідно до стандартів компанії, екологія має бути в пріоритеті. Ми, як компанія, вважаємо, що у України є потенціал в області добичі газу і, в частності, нетрадиційного газу. Но мы также считаем, и мы глубоко в этом убеждены, в том, что этот потенциал нужно раскрывать, будучи полностью ответственным за экологию. Вот, то есть не в ущерб в экологию ни в коей мере. Мы видим свою роль в том, чтобы помогать стране наращивать добычу газа без ущерба для экологии. У зв'язку із перспективою промислового видобутку нетрадиційного газу на порядку денному постала низка екологічних питань. Наш Слов'янський район і непосредственно територія Долинської сільської ради, вона багата підземними водами. Ця вода є столовою, тобто її практично можна вже розливати при небольшой доработке, можно уже разливать бутыля. Значит, глубина залегания от 50 до 150 метров. Все эти вопросы, они, ну скажем так, мягко говоря, волнуют инвесторов. Подземные воды, или как мы назовем их там, питьевые, те, которые вы смотрели, находятся на глубине 50-150 метров. Но есть более глубокие резервуары, мы об этом знаем, которые могут находиться ну, там, до глубины, например, 600 метров. Гидроразрыв проводится на глубине там, несколько километров. Поэтому то есть, как бы, вот эти вот водные горизонты, которые находятся на глубине несколько там, сот метров, да, условно, и гидроразрыв разделяет километры плотных пород, то есть как бы непроницаемых. Физически, то есть, как бы, если скважина, которая пробурена, она хорошо загерметизирована, то есть нет никаких вариантов, чтобы та вода, которая закачивается на глубине там, в 5 километров, условно, попала каким-то образом в водоносные слои, которые отделены от тих глибоких горизонтів кілометрами твердих пород. Отже, темі води та гідророзриву приділили чимало уваги. За словами речника Shell, десятилітній досвід свідчить на користь цієї технології. Більше всього, тобто, как бы, опыта по использованию самой технологии накоплено в Северной Америке, потому что там месторождения, в частности, по добыче нетрадиционного газа, начали разрабатываться, скажем так, уже больше там, 10 лет назад. Проведено больше 1 200 000 гидроразрывов пласта, 1 200 000. Я хочу просто повторить эту цифру. И нету ни одного научно доказанного факта о том, что загрязнялись каким-то образом питьевые поверхностные воды. Штат Пенсильвания, густота населения, вы знаете, где находится штат Пенсильвания. От Вашингтона туда на самолете лететь час. Это, ну, то есть, как бы, грубо говоря, Вашингтон, столица Соединенных Штатов Америки, находится, то есть, как бы, на границе штата Пенсильвания и Вирджиния. Вот. Густота населения в штате Пенсильвания больше 100 человек на квадратный километр. Питтсбург, то есть, как бы,
столица штата, его очень часто сравнивают с Донецком, потому что это металлургическое там, сердце страны было очень долгое время. И в штате Пенсильвания находится одно из самых больших месторождений по добыче нетрадиционного газа, которое называется Марселус. Там работает наша компания, работают другие операторы. Там бурятся ежегодно тысячи скважин. То есть снова-таки повторю, снова не было ни одного установленного факта загрязнения питьевых вод. Окреме питання, яке хвилює багатьох – це хімічні сполуки, що їх використовують під час гідророзриву. Як зазначили фахівці, поводження з ними відбувається у відповідності з українським законодавством. Всі хімічні елементи, які використовуються і потім піднімаються на поверхності, вони утилізуються згідно тим класам, чотирьом класам, тобто, які определені законодавством. Звісно, ми постійно моніторимо, ми беремо проби цих хімічних елементів і отримуємо у регулюючих органів сертифікат на каждый такой химический элемент, который используется. И потом, то есть, как бы, то, что те химические элементы, которые выделяются из воды в процессе очистки воды, вот, они утилизируются на специально, то есть, как бы, предусмотренных полигонах. А вот те там спекуляции, там называются какие-то там страшные какие-то названия химические, то есть, как бы, а-ля бензол, толуол и так далее, ну, то есть, как бы, это ерунда. То есть, вы можете зайти на наш веб-сайт и посмотреть, то есть, там полный перечень химических элементов, которые используются при операции гидроразрыва. И так происходит в каждой стране, кстати. Это не какая-то секретная информация. Каждый, то есть, как бы, ответственный оператор публикует полностью в открытом доступе весь перечень химических элементов, которые были использованы, сколько их было использовано. И это требование, кстати, также украинского государства. Отже, упродовж 5 років пробурять 15 розвідувальних свердловин. До початку робіт проведуть оцінку впливу на навколишнє середовище. До цього дірки в землі не робитимуть. Тепер по поводу, то есть, как бы, сейсмической активности. Понятно, то есть, как бы, когда закачивается вода под давлением, сейсмическая активность происходит. Но это очень маленькая сейсмическая активность. То есть, как бы, там, как правило, это до 1 балла, то есть, как бы, по шкале Рихтера. То есть, я вам скажу так, то есть, как бы, чтобы вы понимали, в сравнении все познается, конечно. Трамвай, который у вас за окном проходит, или там, я не знаю, какой транспорт ездит в городе Славянске, может давать магнитуду около 2-2,5 баллов по шкале Рихтера. Та магнитуда, которая может возникать, да, или те колебания, или сейсмическая активность в процессе гидроразрыва, это, ну, фактически ничто. Оно не ощущается на поверхности Земли никоим образом. Щодо стосунків між Shell та фермерами, присутні пояснили, із землевласниками проводитимуть перемовини та даватимуть грошову компенсацію. Ніхто відбирати гектари через силу не стане. Скажем так, роботі, то, которую ми ведемо на перших двох скважинах, то есть, как это все выглядит. Ми приходимо, є фермерское хозяйство, і ми договариваемся с этим фермерским хозяйством, то есть, как бы, есть процедура прописана, то есть, как бы, компенсации. Снова-таки, это наше обоюдное решение, да, но я думаю, если будет интересно, можно там пообщаться, поехать там в Харьковской области с теми фермерами, которые согласились дать нам в пользование свои земельные участки. По-моему, они очень рады, да, то есть, как бы, им компенсируется полностью там, учитывая урожайность там этих земельных участков, то есть, как бы, все, что там могло бы потенциально вырасти, с плюс еще там с компенсацией, то есть, как бы, никакую там землю ни у кого там отбирать мы не можем, то есть, как бы, да, это я просто о спекуляциях. Что значит за один год? Если мы будем пользоваться этой землей там 10 лет или 20 лет, в зависимости от того договора, который мы заключаем с этим конкретным фермерским хозяйством, на такой, конечно же, срок мы и компенсируем. На весь срок работы скважины? Конечно. Фермеру интересно, зачем ему рисковать? Ему компенсируют всю урожайность, то есть, как бы, каждый год, да, то есть, как бы, он получает твердые деньги, он не зависит от погоды. Плодородный этот самый слой земли мы сняли аккуратно и складировали его, то есть, как бы, фермер может приезжать его каждый день видеть, что эта земля не портится. После того, как мы закончим бурение, то есть, как бы, мы демонтируем саму площадку, да, остается вот это вот устье скважины с вот этим так называемым рождественским деревом, а все остальное, то есть, как бы, мы приводим первоздатные состояния, да, то есть можем высадить, как мы это делаем в Соединенных Штатах, там подсолнухи или то, что там росло до этого. Мы говорим об инвестициях, можем получить за счет входа в район вашей компании. Угу.
В чем они будут выражаться, как, для кого? Можете прояснить ситуацию? Мы взяли на себя обязательство в год тратить не менее 2 миллионов долларов на социальные инвестиции. По всей площади? Да, по всей площади. Но естественно, что там, где разработка начнется, то есть как бы раньше, то есть как бы удельный вес, то есть как бы тех социальных инвестиций, которые попадет на вот эти вот там первые там, которые площадки, будет больше, чем удельный вес, наверное, тем, когда уже объемы там бурения станут больше. Вот. То есть как бы социальным инвестициям, что для нас является приоритетом? То есть для нас является приоритетом те социальные проекты, которые являются приоритетными для громады конкретной, да, возле которой мы осуществляем проект. То есть мы обязательно, то, как мы сделали это по первой, второй скважине сейчас, то есть как бы уже отработали в Харьковской области, проводим опрос, то есть как бы громады, громада, то есть как бы высказывает свои пожелания, что они хотят, то есть будь это, ну, по Харьковской области это был на этот только год, да, это та программа социальных инвестиций, которую мы реализуем по двум скважинам, это был ремонт дороги в селе, проведение уличного освещения, модернизация системы отопления школы, которой мы сейчас занимаемся, чтобы успеть как бы отопительному сезону. То есть у них там объективная проблема, что очень много, то есть как бы газа потребляет школа. По медпункту, то есть как бы там попросили тоже помочь. Это вот по первой скважине такие проекты мы делаем. И приблизительно такой же вот подход по второй скважине. Опять-таки там ремонт школы, дороги, освещение, вот такие проекты. То есть те социальные проблемы, которые интересуют непосредственно громаду. Абсолютно. Я хотел просто подчеркнуть, что вот пример, который я по Харьковской области привел, то есть как бы социальные наши программы, это я очертил наша социальная программа на один вот только 2013 год, который мы зафиксировали, взяли на себя обязательства вот вместе с нашим, то есть как бы государственным партнером «Укргаздобычі», которые мы сейчас выполняем и выполним. У підсумку зазначили, що такі зустрічі слід проводити частіше. Пока вопросов нет. В принципе, поверхностно мы прошлись по многим аспектам проблематики, которая существует в районе. Я считаю, узкоспециализированные вопросы, их нужно задавать, и нужно, чтобы были представители компании, наверное, рассказали и по проблемам, которые связаны с экологией, и с водой, и с землей, и с социальными сферами. Но это будет разъяснение уже узких специалистов, узкопрофильных специалистов, для того, чтобы было понимание. А в целом пока вопросов у меня нет. Они будут появляться, естественно, мы еще не раз будем встречаться здесь. Единственное, правильно было сказано Алексеем о том, что да, нужно говорить, но говорить нужно в режиме диалога, конструктивного, так как сегодня произошло у нас в администрации. В режиме ультиматумов, каких-то выкриков, каких-то транспарантов диалога не получается. Они сбивают людей с толку, они не дают никому высказаться. А в принципе ответы можно получить на все вопросы. Вопросов на данный момент, во всяком случае, у нас нет. А что вы будете говорить инвесторам по результатам? Я буду говорить, что, скажем так, сама по себе процедура добычи сланцевого газа не является опасной.